Радикалы набирают силу, официальные националисты терпят поражение. Таковы выводы информационного центра «Савам». Доклад «Призрак Манежной площади. Радикальный национализм» в 2010 году был представлен сегодня в независимом пресс-центре. Пресс-конференция началась с минуты молчания. В минувшее воскресенье ушла из жизни Галина Кожевникова, сооснователь и главный эксперт «Савы», которая и начинала готовить эту работу. Выводы такие. Легальный национализм, так называемый легальный национализм, в 2010 году успеха в массах не имел. На митинги приходит все меньше людей. Зато обрел силу национализм стихийный. Подмосковный поселок Хотьково стал маленькой кондопокой. Там таджикские мигранты убили в драке местного жителя. В ответ всех приезжих рабочих из города вывезли. Ну и завершился год погромом на Манежной площади. Увеличилось, кстати, и количество осужденных по статье «Национальная вражда» со 160 до 280 человек. Жертвами нападений ультраправых чаще всего становились приезжие из Средней Азии и неформалы. Глава центра «Сова» Александр Верховский сегодня у нас в студии. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с одной стороны, хорошая тенденция, что увеличилось количество именно по этой статье. То есть, значит, все-таки мы начали признавать, что это не хулиганка, что это не бытовуха, как это называется на их сленге, а это действительно экстремистские, ксенофобские преступления. Это так? Ну, разумеется, это так. Я только хочу сказать, что это не какой-то одной статье, там целый букет статей используется. Это просто как народ привык, что у нас одна статья на эти дела. Это не так, там полтора десятка. И действительно, они все применяются все более широко, но понятно, что пока, как мы видим, масштаб правоприменения не догоняет масштаб преступности вот этой российской. А изменит что-то масштаб правоприменения? Ведь есть болезнь, и ее надо лечить, а не пытаться... Они рубить уже голову, да, просто. Ну, я так скажу. Понятно, что болезнь действительно так не вылечишь. Но если люди совершили преступление, они должны быть наказаны. Тут нет как, не о чем особенно спорить. Избил человека, покалечил, должен быть осужден. Как сделать так, чтобы следующие какие-то молодые люди с националистическими взглядами, которые, ну да, распространены в обществе очень сильно, не брались за нож... Это, конечно, уже не для милиции задача, это само собой. Это же трагедия. Эти преступления совершают чаще всего 14, 15, 16-летние. И 17, 20, ну, тем не менее, это люди, жизнь которых только начинается. Да, да, это трагедия. В этом много виноватых, тут всех уж не перечислишь даже. Но понятно, что если мы хотим, чтобы это дальше не развивалось в таком духе, надо делать и то, и другое. Надо и полицейские меры применять, и надо работать вот с группами риска, грубо говоря, с теми молодыми людьми, которые могут встать, как в милиции говорят, на путь преступления. А вы только статистикой занимаетесь или вы работаете с группами риска? Нет, мы не работаем. Понимаете, я так скажу, если парень уже имеет националистические взгляды, он не обязательно кинется кого-то резать, да, но со мной, грубо говоря, он уже разговаривать не станет. С ним должен разговаривать кто-то другой, с кем у него найдется хотя бы общий язык. А это есть более такие сложные люди? Кто должен с ним разговаривать? Ну, для всех есть более авторитетные люди. Авторитет у всех есть, у тех люди. Же самых националистов. Это очень проблемно, на самом деле, действительно очень проблемно. К сожалению, когда мы говорим о крайних, реально крайних группировках, то чтобы отвратить приток туда новых молодых людей, какие-то менее крайние, может быть, нам неприятные люди, должны перетаскивать их на себя. То есть у нас есть выбор между плохим и очень плохим в этой ситуации. Интересная постановка вопроса. А это так и есть. С любыми радикальными течениями это так. Мы не можем сказать, что давайте сделаем так, чтобы у нас вообще националистов не было. Ну давайте, конечно, но это займет пару поколений. Это так быстро не делается. Но, тем не менее, если все-таки мы видим какую-то динамику в полицейской части, да, то есть как бы возросло количество осужденных именно по статье там «Национальная вражда», чего раньше в принципе не признавалось судами. Если мы все-таки говорим о статистике, можно говорить, Александр, что вот с уходом Галины Кожевниковой, которая, ну, в общем... была чуть ли с вами вместе, там, да, не единственным человеком, который ведет такую статистику, которая делает выводы, которая анализирует тенденции, которая может предупреждать о том, что будет дальше. Вот кто-то, что называется, подхватит это знамя, вы будете дальше этим заниматься? Да, мы, конечно, будем этим заниматься. Понятно, что Галя была, ну, я скажу, в общем, так, может, мое мнение субъективно, но, на мой взгляд, лучшим экспертом в этой области. Но, тем не менее, деваться некуда, мы должны продолжать эту работу, и мы ее будем продолжать.
и по возможности консультировать общественные организации, власти. А власти обращаются к вам за консультацией? Да, бывает. Ну, не буквально, так сказать, по каким-то группам, не в техническом, так сказать, смысле, а именно в том, что же надо делать, какие надо предпринимать меры. К сожалению, нас не всегда слушают, потому что меры, которые надо предпринимать, они тяжелые. Это обременительное дело, долгое. Да, чтобы решить проблему, надо предпринимать какие-то долгосрочные усилия. Нельзя так вот какой-то отдать приказ, и чтобы через полгода все уже было хорошо. А власти, о которых мы вот сейчас тоже упоминали, которые должны заниматься не только наказанием, но и профилактикой, тем не менее часто разыгрывают националистическую карту на выборах в том числе. Которые причем, нам грозят, собственно, да, вот-вот. Делают это достаточно ловко, с помощью лозунгов, которым, может быть, даже формально не подкопаться, с помощью популистских заявлений и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, на ближайших выборах будет подобное? Знаете, я думаю, что на выборах этого довольно мало будет. Сейчас это не так популярно, как несколько лет назад бывало. Манежная площадь напугала? Нет, вообще в последние годы, ну, видимо, в связи с общим упадком политической конкуренции, такие методы стали реже использовать. То есть не нужно уже просто такие. Да, грубо говоря, не надо прибегать к этому, да. Но время от времени какие-то высокопоставленные чиновники, вот господин Бастрыкин недавно, они стараются, не знаю, как бы подыграть националистической риторике. Ну, то есть рассуждение на тему о том, что приезжие, некие абстрактные приезжие, совершают слишком много преступлений, плохо себя ведут, и что, поэтому кстати, их режут. Что, кстати, не соответствует статистике, да? Да, он бы мог у соседей в МВД справиться, какой на самом деле процент преступлений совершают мигранты. Это очень просто узнать. Но нет. Очень коротко скажите, в ближайших планах у вас есть какие-то работы еще, подобные, да, той, конечно, о которой мы говорили? Ну, мы будем, во-первых, у нас положен, как бы у нас план в некотором роде. Мы делаем сезонные доклады на вот эту же тему о расизме, российских преступлениях. Кроме того, у нас скоро будет годовой доклад о злоупотреблениях со стороны властей в том, что называется антиэкстремистской деятельностью. Потому что этот инструмент, он как бы вроде придуманный для борьбы, так сказать, с плохими парнями, так назовем, да, по-голливудски, он применяется часто как попало. И тут это отдельная большая проблема. Большое спасибо, Александр Верховский, директор Центра «Сова». Мы, конечно же, и мы лично, и телеканал «Дождь» приносим искренние соболезнования в связи с уходом такого человека, как Галина Кожевникова, к которой не раз обращались и за комментариями, и за аналитикой. Большое спасибо. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ Плюс. Континент ТВ в ваших iPhone и iPad и на сайте tvrain.ru.